Хорошо. Ну, я пошел. Да. Чего? Постройка завершена. Да. Готово. Постройка завершена. Угу. Готово. Хорошо. Готово. Да, господин. Готово. На нас хорошо. Напали. Готово. Ну, я пошел. Готово. Готово. Начало. Строим бараки. Хорошо. Нельзя. Хорошо. Ну, я пошел. Готово. Хорошо. Потом таврки. Готово. Угу. Ну, я пошел. Готово. Хорошо. Ну, я пошел. Готово. Хорошо. Готово. Нельзя. Хорошо. Здесь. Потом засылаем. Плазма магия. Чего? Готово. Угу. Готово. Хорошо. Хорошо. Готово. Да лол. На нас напали. Ну алло. Уже пробил чела, что ли? Нифига себе. Я готов. Тут поворот. Постройка завершена. Работа. Постройка завершена. Ну, я пошел. Готов. Хорошо. Сотворить здесь. Я чуть куда-то пошел в обход-то. Тут поворот. На нас напали. Готов. Так, ну чё, грейдим барак, наверное. Постройка завершена. На нас напали. Не хватает золота. Постройка завершена. Постройка завершена. На нас напали. Постройка завершена. Нифига там учела жизни. Постройка завершена. На нас напали. Не хватает золота. Постройка завершена. Все, все, дефаем. Зашибись. Завершена. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает на золото. Да, ну чел первым отдался, который был за мной. Не выдержал. Такого дикого нападения. Постройка завершена. Постройка завершена. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. На нас напали. Черт, уже снова чуть теку. Постройка завершена. Здесь, кстати, почти достроился. Постройка завершена. Постройка завершена. Почти откадышилась. Так, а здесь есть халявное это. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, ну что, давайте. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Что-то голубой нормально там всех пробивает, уже двух пробил. Не хватает золота. Постройка завершена. Так, чела, который у меня был, уже убили. И тут более сильные войска идут. Вот это поворот. Завершена. Не хватает золота. Постройка завершена. На нас напали. Постройка. Делаем завершена. Дешевые всякие темы. Они, конечно, не очень сильные, но. Постройка завершена. Зато дешевые. На нас напали. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Ого. Чел в секунду сдох, и теперь следующий меня будет пушить. Ну, он примерно такого же уровня. Ничего страшного. Ну, просто ко мне подходил пак войск, короче, они все сдохли в секунду. Это поворот, конечно. Постройка завершена. Постройка завершена. Не хватает золота. Не хватает золота. Нормально, мы следующего пробиваем. Раз все так хорошо, можно, в принципе... На нас напали. Что там у нас происходит вообще? Постройка завершена. Постройка завершена. Можно, в принципе, сделать грейд на ХП и скорость, потому что... Ну, там. Они довольно медленно дамажатся, и поэтому... Не хватает золота.
Постройка завершена. Может быть, больше пройдет значительно с грейдом. Не хватает золота. Не хватает золота. Постройка. Чуй, будет быстро. Ну, не знаю, я стараюсь. Я очень много потею. Для победы. Нужно эту башню улучшить, хоть я ее и продам скоро. Постройка завершена. На нас напали. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. На нас напали. Постройка завершена. Так, ну блин, даже не знаю, что делать. Грейдить дальше бараки. Не хватает золота. Не хватает. Ну надо, конечно, отбиваться. Не хватает золота. Можно, кстати, засылать очень хорошо так. Постройка завершена. Золота. Постройка завершена. Чего? Можно еще тут построить две таверки пустые, купить туда чушь. Но эта чушь все равно будет хороша. Черт, что-то я чуть подтупил. Ты чуть-чуть задержишься с чем-то, у тебя денег уже скопится миллион. Ну там одну, на одно хп теку, это пофиг. Какой-то сильный голубой, никак я его не покараю. Нормально тут устроили засыл, до нуля все опустили. Постройка и теперь... Завершена. Постройка завершена. Ого, здесь кони уже пошли. Здесь, кстати, можно купить вот эту сильную штуку. Я чуть слишком долго сижу на дешевых пушках, конечно, это не очень. Но, блин, зато эти пушки такие мощные для своей стоимости, конечно. Завершена. Я походу завершена. Переиграл планета Д, походу у меня кнопки уже глючат на клавиатуре. Кнопка Е. Не хватает золота. Не хватает золота. Постройка завершена. Не хватает. Ну, на коне-то, кстати, хорошо бегают. Мне подвластна магия. Мне подвластна магия. Мне подвластна магия. Так, так, походу. Ну, здесь делаем грейдик, а здесь делаем грейдик такой. Потому что что-то больно. Так, ну что, давайте сделаем мою любимую таверку, которая жестко бьет. Еще одну мою любимую таверку. Постройка завершена. Постройка завершена. Завершена. Нормально, скелеты там вписались. Постройка завершена. Постройка завершена. Не хватает золота. Сделаем грейдик еще и... Давайте этого уже сломаем, построим тут таверку. Хорошо. Сильно дорогие эти башни не надо закупать, потому что, ну, в этом особо смысла немного. Так, ну что, давайте сейчас вот примерно надо начать посылать, чтобы к следующему походу примерно все были. Все, послали, теперь делаем быстренько грейды бараков. Потому что после грейдов я мало что смогу отправить. Ну, более-менее, пока отбиваю, можно лучше, конечно, но можно и хуже. Постройка завершена. Ты что-то как-то пропускательно. Постройка завершена. Постройка завершена. На нас на постройка завершена. Чуть-чуть не хватает мне, чтобы эффективно их добивать. Не знаю, можно, конечно, купить прям
сильные башни, но они не очень быстро атакуют. Да, поэтому толку мало. Так, время посылать. Теперь грейд, грейд, еще один грейд. Стараемся максимально эффективно делать и засылы, не упускать и при этом грейдить, ну не сильно тратить, терять время грейда. Делаем именно склепы, потому что за склеп дается дополнительный инком, а за коней не дается дополнительный инком. Смотрим, что по инкому, 3000 у меня и я на первом месте. Паладин где-то уже стоит. Вот там уже паладин у чувака. Вот это сильно. Вот это очень сильно, конечно. У меня... Да, вот он молодец, подкопил. Он почти слился, но взял и достроил паладина. Молодец. Я дефуюсь полностью. На нас напали. Да, господин. Во имя права. Фиг знает, тоже построить паладина, что ли? Ну, чё, теперь тут вообще ничего не проходит, как видите. Ну, разве что если колбасину посылать. Давайте попробуем колбасину послать. Колбасина поехала. Ну ладно, я так понял, кто-то уже паладину тут собирается сделать. Вадимкой зовут. Постройка завершена. Ну, чтобы не тратить. Постройка завершена. Зря жизни. Постройка завершена. Я служу смеху. Давайте сделаем паладинчика. Чего? Ну, я пошел. Нужно больше золота. Почти хватает. Больше золота. Нужно больше. Ну же. Нужно больше золота. Блин, 103 голды не хватает. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Все. Это успех. Ну, теперь можно вообще забить на башни и начать грейдить дальше. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Кричать я не буду, вдруг нас смотрят женщины и впечатлительные дети. Постройка завершает золото. Так, ну до грантов особо смысла нет ни в чем. Чел меня почти догнал по инкому. Не хватает золота, нас напали. Надо засылы делать, чтобы был инком. Много инкома. О, как-то жизнь спер, нифига себе. Этот поворот. Ну, у чела нормально, у него еще и сильные пушки стоят. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь принадлежит Орде. Ну, такими темпами я довольно много получу себе инкома. Так, что, у этого 20 голды, 1 инком, у этого 10 голды, 1 инком. Конечно, скелет очень выгодный в плане посыланий. Не хватает золота, не хватает золота, не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Пробил уже одного чела. На нас напали. Голубой, но следующий ему не подвластен. Так, где-то нужен четвертый воркшоп. Надо уже потихонечку к этому готовиться. На нас напали. Постройка завершена. Ну, я пошел. Готово. Готово. Ой, блин, всех скелетов все сбил. Зафейлил.
Постройка завершена. Ну, потихонечку жизни мы забираем, но это очень потихонечку, конечно. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь. Нет, скорее всего, это последняя игра. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Моя жизнь принадлежит Орде. Постройка завершена. Тут, кстати, ни одного орковского еще нету. А вурдалаки, кстати, нормально идут. Постройка завершена. Ого! Вурдалак прошел. Так, надо построить еще станичных таврок. Хорошо. Готово. Хорошо. Готово. У них, во-первых, 500 атаки, во-вторых, они станут, как вы поняли из их названия. А так как сейчас готово. Мои враги — это одиночные цели. Постройка завершена. Не хватает золота. Не хватает золота. Денег нету, денег нет послать скелета. Вот это поворот. Ну, пришла пора, наверное, фигаться дальше, забить уже на оркские таверки, буду посылать этих пацанят. И копить денег на следующие темы. Давайте посмотрим, что вообще здесь происходит. Ну, грантосы, видите, на грани просто, но пробегают. Надо, наверное, сделать один грейд на тему, чтобы грантосы увереннее пробегали, понаслать всего и сделать грейд. Тауренов 86 уже у ближайшего моего оппонента. Ну и скоро уже пойдут убойные темы от меня. Видите, паладин решает большинство проблем с дефом. То есть вурдалаки чуть-чуть проходят, но так. Совсем чуть-чуть прямо. Видите, один грейд и появление тауренов, на которые отвлекаются таверки, делают уже мои войска опаснее. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь принадлежит Орде. Передали две таверки, сломали, построили, переложили, послали, загрейдили. Ну все, 50 хп и без всяких демонов, а теперь мы уже начинаем засылать слонопотамов. И уже вероятность того, что чел отобьется, очень невысока. А так как следующего мы легко пробиваем, то все замечательно. Появление мамонтов сейчас вообще пойдет жесть. Вы сами видите, мамонты просто порабощают. И если он уже начинает более-менее отбивать тауренов, то с мамонтами у него серьезные проблемы. Хотя чел он тоже уже в моей жизни начинает воровать дико. Ну, можно там построить, не знаю, там несколько таких тем. 19 жизней, 17, 16. Но еще есть розовый, не забывайте. Но розовый не строил грантов, он грейдил там всякую чушь, он не знает, когда поворотные моменты в плане инкома. Не хватает золота. Не хватает золота. Слаешь скелет, чтобы очень сильно увеличить свой инком. Потому что скелет за каждые 10 голды дает вам
4... Ой, закажешь 10 голды, дает вам инком. То есть через 10 волн скелет уже окупается. То есть через 150 секунд. Все, пробили мы пацана и начинаем... начинаем воровать, убивать розового. Ну, у розового пошла черная полоса. Хотя розовый, смотрите, тоже меня нормально фигачит. Надо немножечко тут загрейдиться. То на халяву как-то протекать не хочется. Вот, чуть-чуть затарились, некуда и уже стало лучше. Постройка завершена. Ну все, можно, наверное, начинать засылать ломантенков. Я все равно еще теку, блин. Что ж за жесть такая? Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Хватает золота. Постройка завершена. Не хватает золота. На нас напали. Не хватает золота. Ну все, мы прям вообще. Не хватает золота. Не хватает золота. Аннигилятор я купил. Аннигилятор очень жесткий. У него медленная скорость атаки, но зато он очень много дэмэджа наносит. Давайте сравним наши инкомы. У меня 12 тысяч, а у розового 7200. И кажется мне, что шансов у него немного меня победить. Все, конечно, возможно. Но все-таки вряд ли. Засылаем мамонтов, засылаем вот этих штук. У него есть уже два барака с грантосами. Ну, у него здесь вот, например, барак не стоит. Это, ну, всю игру минус. Вот здесь вот у него бараков не стоит. Это тоже всю игру минус. Но держится он хорошо. Я не помню особо, чтобы он с нами играл. То есть, скорее всего, это новый игрок. Нужно будет сейчас сделать еще один грейд. Тут 30 жизней потихонечку, его жизни переходят мне. И я практически не протекаю. Тик-кабан это за 50 голды один инком, а скелет за 4,5. То есть скелет намного выгоднее, чем кабан. С точки зрения инкома. Но, конечно, скелеты ни черта не проходят. Все пушки на КД сильные. Кстати, вот всякую фигню уже можно укладывать потихонечку. Ну, она, конечно, вначале была невероятно сильной, но сейчас уже прошла ее эпоха. Иначе делаем еще одну мамонтню. Для того, чтобы у нас копилось по 6 мамонтов, и мы их засылали еще более жесткими темами. Ой, какой там был каламбур. Замечательно выходит. Можно, в принципе, потом футов, а можно и не футов. Можно и сворачиваться. Все, добиваем, добиваем пацана. Я показал в этой игре, что я могу превосходно кликать левой кнопкой мышки. Но розовый сделает много выводов из этой игры, и в следующий раз уже будет, я думаю, получше играть. Но все равно он топ-2. Топ-2 это почти как топ-1, только на втором месте. Лаги.
хватает золота. Ну, лаги это да, это неприятно. Че там по инкому интересно? 16 тысяч на 8900. Кстати, можно строить, наверное, этот сильный рудник, который окупается там через сколько-то волн. Хотя вполне возможно, что проще вот так вот посылать. Получается, скелеты через... А, все уже, ГГ. Скелеты через 10 волн окупаются, а рудник через 20. Вопрос, зачем строить рудник? Кстати, розовый на первом месте по войску бит, он очень хорошо дефался. Он молодец. Но все равно не смог затащить. Но он на первом месте по войску бита, потому что я скелетов очень много посылал. Мамонтов-то он, наверное, не особо убивал. Хорошо сыграл розовый. Можно было бы даже сделать его героем стрима, если бы он выиграл.